понедельник в Самарской области малооблачно, местами небольшой дождь и гроза. Днем плюс 25, плюс 27, ночью 20-22 градуса выше 0. Юго-восточный, юго-западный ветер, скорость 1,3 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, небольшой грозовой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 20 градусов, юго-восточный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти небольшая облачность, дождь и гроза. Днем плюс 26, ночью 22, выше 0. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно, возможен небольшой дождь с грозой. Днем плюс 25, ночью 21 градус выше 0. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное. 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 73%. Температура воды в реке Волга 22 градуса. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.